Друзья, всем привет! С вами канал Матрешка с поварешкой. Спасибо большое, что вы нас смотрите. Сегодня буду готовить простую, вкусную и очень сытную намазку на хлеб. И для этого нам с вами понадобится половинка средней луковицы, которую стараемся порезать мелким кубиком. Порезанный лук перекладываю в миску. Затем беру банку любых консервов в масле и сливаю всю жидкость. У меня сегодня сельдь. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы это была сайра, но вы видели, сколько сайра сейчас стоит. Это, я не знаю, просто какая-то космическая цена. Перекладываю рыбу к луку. И теперь вилкой вот так вот все это с луком перемешиваю и разминаю. Еще понадобится 2 вареных яйца, которые натираем на мелкой терке, прямо сразу можно в эту миску. Еще берем 1 большую или 2 маленьких вареных моркови и тоже натираем на мелкой терке. Можно тоже сразу в миску. И 1 плавленый сырок. Сырок вот предварительно подержала 10 минут в морозилке, чтобы он легче натирался. А терку с внутренней и внешней стороны смазала растительным маслом. И так натирается все гораздо быстрее и легче, и ничего не прилипает. По вкусу добавляем соль. Я соль не добавляла, но вы смотрите, ориентируйтесь на свой вкус. Возможно, посолить все-таки кому-то придется. И майонез буквально 1,5-2 столовые ложки. Все перемешиваем, и намазка готова. И можно хоть на черный хлеб, хоть на белый, на какие-то гренки, тосты. Но это уже, как говорится, дело вкуса. Ну и вот получается такая закуска. Довольно-таки быстро, просто, ну и недорого, если консерву взять по акции. Друзья мои, я вам всем желаю приятного аппетита, желаю вам всем крепкого здоровья и удачи. Пока-пока.